Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, и мы продолжаем играть в Ведьмака 3. Сегодня будем делать квест, который называется «Подготовка к битве». Возможно, еще что-нибудь поделаем. Давайте побежим туда, куда нас зовет указатель. Слушайте, а он куда-то зовет очень далеко. Сейчас попробуем прыгнуть, наверное, через быстрый переход. Тем более, что здесь вот прямо он рядышком находится. Так. И нам нужно вот сюда. Давайте сюда просочимся. Если вы поможете защитить Цири от дикой охоты, император вас амнистирует. Надеюсь, мы можем тебе доверять. Можете. А что с Фрингильей? Не знаю. Но я поговорю с ним. Вы еще как следует не поздоровались, а уже плетете интриги? Такова наша натура. Так, ты добился для них амнистии? Я не ослышался. Ты уговорила императора простить их? Если они помогут защитить Цири. Что-то не верится, что он пошел на подобную сделку. Не хочешь — не верь. Так, а что с Фрингилией? Рис говорила, что вы не смогли с ней связаться. Возможно, потому, что она сидит скованная Двимеритом в императорских застенках. По крайней мере, именно на это намекала Рита. А откуда Рита это знает? Она откуда знает? Ее саму едва выпустили. Перед тем, как ее схватили, она встречалась с Фрингилией. Та сказала, что император ее вызвал, и что после встречи она объяснит, в чем дело. Больше Фрингилию никто не видел. Я думал, такие драматические исчезновения происходят только вблизи Родовида. Не нравится мне это. Мы так не договаривались. Когда все кончится, я вызову императора на честный разговор. Пойдем, все уже нас ждут. Ну, пойдем. Так. Ну вот наш друг старой крови. Древний. Отплываем? Да, поплыли. Поднимаем якоря. Ух, мечи я так и не продал. Ну да ладно. Зато смотрите, какой красивый закат или восход. Прям вообще класс. Я помню первый раз, когда мы с вами уплывали отсюда, нам пришлось наскрести аж 1000 монет для того, чтобы попасть на острова. А теперь нас уже просто так возят. Чуть ли не свой корабль. Класс. Вот что значит статус и уважение других. Так, ну чё, вот наш кораблик. А куда три сделалось? Корабли. И судя по скосу парусов, это охота. Дикая охота. Причем очень много кораблей. Ну, теперь мы знаем, где его величество Эмбер Варемрейс. А, нет. Он решил завоевать Скеллиге? Он же знает, там мои друзья. Он хочет подарить острова тебе. Вместе с Цинтрой и остальной империей. Ты думаешь? Императору придется помочь нам в бою с охотой. И мы нашли Фрингилью Вигу. Так, интересный поворот. Кто бы мог подумать? Ну, давайте посмотрим, что будет дальше. Давайте уже быстрее искать этот солнечный камень.
Похоже, на Скеллиге у нас набирается куча дел. Нам нужна Фрингилья Вигго. Мы даже не знаем, что такое солнечный камень. Пока мы даже не знаем, что это за солнечный камень. Его создали, чтобы эльфы холмов могли призвать корабли Аэнейли. Теперь это символ упущенного шанса на объединение двух народов. Так никто из вас не знает истории о Гелване и Дилиан с белых кораблей? Давай, рассказывай. Расскажешь? Обожаю эльфские легенды. Гелван был знающим из народа Оль. Он влюбился в эльфку из Айнсиды, но Дилиан отвергла его любовь. Геральт, наверное, пошутил. Ничего не случится, если вы узнаете эту историю. В день отплытия белых кораблей Гелван подарил ей солнечный камень. Он думал, со временем сердце Дилиан смягчится. Он велел ей использовать камень, когда она начнет по нему тосковать. Тогда он вернулся бы к ней даже из другого мира. Звучит хорошо. Будем надеяться, нам этот камень пригодится больше, чем той эльфке. Так, меня больше интересует, как его использовать. Меня больше интересует, сможем ли мы использовать солнечный камень. Вы? Нет. Я, разумеется. С небольшой помощью чародей. Часть которых уже блюет под палубой, а других мы не можем найти. Так, камень точно на Скеллиге? Откуда известно, что камень на Скеллиге? Из легенд. Эльфский. Он хранится там, где столетия назад причаливали белые корабли. То есть на любом из островов. Прекрасно. Я поговорю с Машауром. Ты знаешь, где он? Я поспрашиваю в порту. Там сейчас стоят дракары Краха. Так, вы меня можете телепортировать на корабль Императора? Вы можете телепортировать меня на корабль Ингера? Исключено. Он экранирован сильнее, чем императорская почивальня. Можно попробовать пробиться туда силой. Фрингилия нам нужна невредимой. Они знают, что мы здесь? Они знают, что мы здесь. Чародеи Ингера? Безусловно. Если о Фрингилии уже договорились, почему он не вышлет нам ее в какой-нибудь лодочке? Они не договорились. Император обещал безопасность ложа, но... С Фрингилией все сложнее. Она его подданная, и на ней по-прежнему висит смертный приговор за измену. Когда мы наконец придумаем, как перебросить тебя на флагман, ты сам узнаешь, в чем дело. Так, ну ладно, я сам проберусь туда. Я сам проберусь на корабль Императора. Плать? С мечами на спине? Да стражники подстрелят тебя, прежде чем ты успеешь произнести белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Не паникуй, он что-нибудь придумает. Попробуй подплыть ночью, у тебя будет больше шансов. А когда поднимешься на борт, покажи Императору это письмо. Надо напомнить ему, что он обещал и что получит взамен. Окей. Я пошел. Я пошел. Удачи. Так, ну что, у нас сейчас ночь как раз. Давайте прочитаем. Блин, письмо Имгыру хотелось бы прочитать. Блин. Так. Давайте сюда. Куча новых заданий нам понадавали. Лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его нет. Правда? Кашка была. Так. Волк, ты видел? Черные псы решили нас запугать своими посудинами. Да видел, видел. Где Машаур? У Лугаса. Анкрайт на троне по-прежнему мешает ему, как заноза в заднице. А теперь, едва он черных увидел, у него особенно засвербило. Вот друид и поехал к этому пустоголовому. Попробует его урезонить. Пожалуй, я присоединюсь к Машауру. Мне с ним надо поговорить. Ну иди. А как увидишь этого дурня Лугаса, скажи ему...
А, ничего не говори. Друид сам разберется. Прощай. Так, ну круто. Солнечный камень. Но нам нужно к Мгуру попасть. Слушайте, вот там вот лодочка есть. Давайте-ка мы ее возьмем. Кстати, раньше этого корабля здесь не стояло, заметьте. Ой-ой-ой. Так. Давайте садимся. Посмотрим по поводу заданий. Подготовка к битве. Угу. Ну, давайте попробуем пробраться. Не знаю, что из этого получится. Кстати, наверное, есть смысл сохраниться, потому что вообще уже, конечно, ясно. Где корабли-то эти? Я не понимаю. Где-то же они должны быть. Контрабанда. Ну-ка давайте-ка глянем. Ух ты. Давайте попробуем вот сюда портнуться. Так, и давайте дождемся ночи. Вот так вот. Так, ну что, давайте попробуем подплыть. Где корабль-то? Далеко. Блин, они с фонариками там все тусят. Смотрите-ка. Как мы будем подбираться, я не понимаю. Хрен пройдешь же. Так, давайте-ка сохранимся. На всякий случай. Так, ну вроде пока нас не видят. Пока вроде все более-менее нормально идет. Куда нам дальше-то? Что-то прям здесь такой флот огромный. Судя по всему, нам вот тот нужен корабль. Давайте-ка попробуем сюда вот пробраться. Не стрелять! Это ведьмак! По приказу императора, не стрелять! Отлично, а как нам туда пробраться? Наверх? Непонятно как, да? Блин, мы же как-то должны подняться на борт. Не понимаю. А, вот нужно
через якорь подняться. Так, ну что, сейчас потрещим с императором. Ведьмак, какой приятный сюрприз. Атош. Благодарю за теплый прием, император. Он был бы иным, если бы ты появился с моей дочерью. Где она? Рядом. Она недалеко. Недалеко, белый волк, ты. От того, чтобы расстаться с головой. Ты настолько нахален, потому что думаешь, что сейчас я не причиню тебе вреда. И ты прав. Но однажды это изменится. Ты не всегда будешь необходим и неприкосновенен. Но хватит об этом. Не будем опережать события. Что тебе нужно? Фрингилия Виго. Ты обещал Йеннифер освободить ее. Я понимаю, ты человек занятой. Так что вот письмо. Может, оно освежит твою память относительно ложи. У Йеннифер даже самые вежливые просьбы выглядят как угрозы. Это мне в ней всегда нравилось. Хорошо, пусть будет так. Ну и отлично. А, ты правда простишь их? Ты правда готов их простить? Амнистия в обмен на помощь. Я не нарушу договора, который заключил с Йеннифер. Не ответил на мой вопрос. И не обязан. Мне пора. Мне пора. Хоть в чем-то мы согласны друг с другом. Стража! Привести Фрингилью Виго. Можете снять с нее двемерит. Насколько я слышал, представлять вас не нужно. Прощаюсь. Прикольный этот МГР. Нравится он мне. Остальные чародейки сейчас в Генваэле, у Артскеллиге. Мы на лодке... Меня уже тошнит от лодок. Меня от телепортов. Ну, делай, как тебе нравится. Круто. Так, ну что, я так понимаю, что у нас еще плюс одна чародейка в нашей доблестной команде. Мы прям такую стаю чародеев собрали. Мощнявую. Так, ну что, вот это подзадание маленькое мы выполнили. Давайте потрещим. Ну, в чем дело? Ну что, ты можешь не благодарить, я всегда рад спасти твою задницу. К вашим слугам. Ты спасал меня, потому что я тебе нужна. Ты правда приказала убить Дикстру? Ты правда когда-то собиралась убить Дикстру? С чего бы вдруг? Ты забыл, что мы были любовниками? Мне почему-то кажется, что для тебя это достаточный повод для убийства. Собственно, я все думал, почему вы расстались. Понимаешь, Геральт, некоторые люди отделяют политику от личной жизни, а некоторые не отделяют. И к каким принадлежал Дикстра? К тем, что скучнее. Прощай. Прощай. Так, ну что? С этими мы со всеми договорились, только что-то они куда-то пропадают. Так, ладно, давайте тогда с Мушавуром поговорим. Где-то здесь у нас должен быть телепорт. Давайте его поищем. А вот и телепортик. Отлично. Полетели. Так. И Мушавур у нас находится. Ух ты.
Кайр Мьюри? А что он там делает? Все, я понял. Нам как раз сказали, что он там пытается утихомирить наследника бывшего короля. Сейчас посмотрим, что нам придется здесь расхлебывать. Здесь, кстати, можно продать будет аксессуары, но попозже, не сейчас. Так, давайте сюда поднимемся. Слушайте, а здесь замок, оказывается. А мы сколько здесь были, но замка-то никогда не видели. Так, давайте сюда. А вот и мышавор. Никогда, понимаешь? Лучше брататься с черными. Да я с призраками из Морхюга лучше побратаюсь, чем позволю краху править Скеллиге. А что твои люди? Они пойдут за тобой, когда все ярлы назовут тебя предателем? Ты на моей земле, друид. Попридержи язык. Так, все, я немножко перепутал, но неважно. Сейчас будем разруливать. Хочешь быть королем по нильфгаардской милости? Хочешь, чтобы нильфгаардцы тебя на трон посадили? Это ты лаешь, прежде чем укусить? Крах прислал тебя по мою голову? Ну так попробуй ее забрать. Взять их! Так, ну что, придется убивать. Не хочется, но придется. Мы их всех и перебили. Ах ты гад. Давайте-ка поднимемся. Вот мышавур молодец. Блин. Так. Косой-косой набитой колбасой. Все, есть. Так, за пределами земель Лукаса надо поговорить. Давайте поговорим. Блин. Так, давайте тут тоже возьмем. Кстати, там какие-то болты были прикольные. Это здорово. Так, пойдем вниз. Так, тут трупешники. Так, ну ладно, я думаю, что хватит их обворовывать. Пойдем вниз. Молодец. Ах ты гад. На тебе. Вот так вот. Отлично. О, у нас перевес, это плохо. Давайте-ка выберем Аксий. Так, ладно, он с ним справится. Давайте его кокнем. Все. Ну что там? Мышавур справился? Справился, красавчик. Давайте пойдем отсюда. В общем-то все, всех мы перебили.
Куда он так полетел-то? Вот она, лошадь. Поехали. Что-то он прям вообще втопил так не по-детски. Лошавур, погоди, постой меня. Погоди, подожди меня. Постой, меня подожди. Вот топит-то, как, блин, болид Формулы-1. Шаур, стой. Да, Геральт. Так видно, ни одна заварушка на Скеллиге не может обойтись без твоего участия. Ну уж такое. Вовсе нет. Я довольно много пропустил. Дитя Краха сидит на троне благодаря тебе. А теперь ты, похоже, разжег маленькую гражданскую войну. С давних пор корону Скеллиге добывали, проливая кровь. От обычной политики это кровопролитие отличалось только масштабами. Однако резня во время пира в Каэртрольде была совсем другим делом. Ее итогом стал очередной ведьмачий заказ, который быстро перерос в расследование. Расследование, которое в результате дало островам Скеллиге новую королеву. Стало быть, клан Друмонд ударит быстрее, чем мы рассчитывали. Я думал, Крах послал тебя хоть как-нибудь сговориться с Лугасом. Сговориться? Только Крах верил, что это возможно, когда дело зашло так далеко. Значит, я не слишком нарушил твои планы? Нет, в этот раз нет. Смерть Лугаса много изменит. Его двоюродный брат, который станет ярлом, слабый предводитель. Он глуп. Такая война быстро начнется и быстро закончится. Но зачем ты вернулся на Скеллиге? Так, ты слышал о Солнечном Камне? Ты знаешь что-нибудь о Солнечном Камне? Если верить легендам, он где-то на Скеллиге. Сперва маска Урабороса, теперь Солнечный Камень. Чудовища могут спать спокойно, раз ты стал искателем сокровищ. А чел-то с юмором? Я эльфами Аэн Сиды никогда не интересовался. Но есть один скальп, Эйвин. Он, вероятно, тебе поможет. Он как-то рассказывал о недоступной пещере или развалинах. Где его найти? Сегодня? В Оренбьорне, без сомнения. Еще порасспросил овцов жемчуга, Матиоса рыбьи жабры и Эрлин. Последнее время они ныряют у мыса над заливом с восточной стороны. Рыбьи жабры? Рыбьи жабры? Так его прозвали. Потому что он часами может оставаться под водой. Никто не знает, как он это делает. Но у меня есть кое-какие подозрения. Вижу, ты от него не в восторге. Ничего личного. Его отца и деда я тоже терпеть не мог. Спасибо за помощь. Спасибо за помощь. Вот еще что, Геральт. Предки Матиаса и Эрлин еще 100 лет назад там бы все растащили. Если бы не магические барьеры. Возьми с собой чародейку. Ты же прихватил с собой хоть одну? В этот раз даже нескольких. Да хранят нас боги. Так, отлично. Поговорить с бардом по имени. И поговорить с ловцом жемчуга. Отлично. Давайте посмотрим, где они у нас находятся. Находятся они у нас черти где. Вот здесь и вот здесь. Угу. Так. Ну окей, раз пошла такая фигня, давайте тогда... Как же мы с вами сделаем-то? Вернемся назад в деревню, наверное. Четыре двадцать семь.
И попробуем тогда портнуться. Опять же, где-то здесь должен быть телепортационный столбик. Так, блин, зря я сюда поехал. Заморотное здесь какое-то задание. Но мы сейчас все найдем с вами. Не торопись. Так. Сейчас попробуем сделать с вами следующим образом. Соберем вот эти пожитки, подождем чуть-чуть. Посмотрим, может, кузнец появится. Отлично. Все, ждем. Ну, часиков до 7, например. Нет, здесь больше никого не будет. К сожалению, все ушли на войну. Печаль, беда. Ну да ладно, давайте тогда до ближайшего какого-нибудь города доберемся, где можно продать всю эту барахлишко. И потом тогда продолжим наш путь. Так, быстрый переход. Попробуем вот сюда. Да, здесь есть у нас купец. Сейчас мы ему все продадим. Так, так, так. Вот он, купец. Привет. Шопингуешься? Купить чего ты желаешь? Продать. Раз тут выбор, будь здоров. Не хуже, чем в лучших новиградских лавках. Давай-ка покажи товары. Поторгуем. Давайте продадим ему всю эту лабудень. Ибо она нам совсем не нужна. Только вес лишний. Ну вот и все. Отлично. Здесь больше нет? Ничего. Блуждающий гром. Все, отлично. Давайте выходим. Бывай. Бывай. И попробуем на корабле добраться до нужной нам позиции. Так. Вот лодочка. Давайте туда забираемся. Присаживаемся. И попробуем свалить. Так, ну, судя по всему, мы сюда не попадем. Придется плыть. Печаль, беда. Либо плыть, либо скакать. Давайте проскачем, наверное. Стой, 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 друг. Вылезай. Блин. Ну давай, вылезай. Ну вот, Геральт, что ты тупишь-то? Нет, не хочет он влезать. Тупит и тупит. Попробуем на берег вылезти. Вот здесь где-нибудь. Мальчики тут всякие. Спальчики, блин. Все, давайте. Вылезаем. Вот здесь дорога у нас есть.
Давайте позовем лошадь. Вот и она, наша красотка. И поедем вот сюда. Все, поехали. Че, в чем проблема? Ну, ё-моё, да что ж такое-то? Что, чем дальше, тем больше глючат. Платва, иди сюда. Теперь помедленнее. Нет, наоборот, побыстрей. Все, поехали. Лагерь бандитов. Круто. Ну, нас они не интересуют, мы поедем дальше. Давай, давай, жми. Вообще очень далеко, 500 с лишним метров только сейчас, а мы уже проехали сколько? Просто жесть. Давай, давай, скачи. Чуток осталось. Так, едем просто без ускорения. Экономим энергию лошади. И теперь опять пришпорим ее. Ой-ой-ой. Опять какие-то красавцы там. Это волки, походу. Тихо, 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 тихо. Давайте-ка сюда. Ну, давайте бегом пробежимся. Здесь чуть-чуть осталось. А вот и наш первый друг. Не сейчас. Высматриваешь Нильфгаардский флот? Флот? А, да. Что-то там говорили, но у меня есть дела поважнее. По моим расчетам выходит, что именно сегодня легендарный белый кит Геворг пройдет у берегов Скеллиги. Я ждал этого всю жизнь. Круто, подожду его вместе с тобой. Давай высматривать его вместе, а ты заодно расскажешь, что знаешь про эльфские руины на Скеллиге. Есть какая-то пещера, до которой никому не удавалось добраться. И хорошо, что не удалось. Иначе ее давно бы уже разграбили, как и все остальные. Белый кит. Эйвент. Да? Я хотел тебя уверить, что собираюсь осматривать пещеру исключительно в научных целях. Научных? Я собираю материал для приключенческого романа. Хочешь написать о прибытии белых кораблей? Прекрасная мысль. Ты мог бы использовать мой перевод песни о Гелване и Диллиан. С большим удовольствием. Так где эта пещера? К востоку от Каэр-Троля. До нее можно добраться только со стороны моря. Бывай. И удачи тебе с белым китом. Он появится сегодня. Обязательно появится. Блин, ну мы же его хотели позвать, а почему-то он его не услышал. В общем, как-то странно. Ладно. Будем считать, что это баг игры. Давайте садимся. И едем дальше. А, ну собственно... Нам нужно дальше вернуться к Йеннифер. Давайте-ка посмотрим. Здесь, видимо, какая-то деревня, нам нужно туда проехать. Блин, лошадь, короче, по ступенькам не ездит. Придется бежать бегом. Участник состязаний. Так, тут какая-то деревня, реально. Рыбаки. Корчма, доска объявлений. А вот есть как раз быстрый переход.
Так, ну что, отправляемся к Йеннифер. Посмотрим, что она нам скажет. Так, бежим сюда. Блин, Геральт, что ты все время тупишь? В последнее время постоянно просто. Так, сюда. А вот и Йеннифер. Идете куда-то? Цири говорит, что нам надо взглянуть на одно место на Скеллиге. Похоже, Авалак что-то от нас скрывает. Когда мы вместе были на островах, Авалак упоминал какую-то лабораторию. Ему надо было туда телепортироваться на минуту, чтобы что-то забрать, и он не захотел брать меня с собой. Странно он тогда себя вел. Довольно подозрительно. Да, ты права. И что, вы собираетесь просто пробраться туда и пошарить по углам? Да. Пойдешь с нами? Хорошо. Где это? На маленьком острове между Ундриком и Спикерологом. Придется сделать крюк. Я выяснил, что солнечный камень может быть в гроте на Артскеллиге со стороны моря. И там мне потребуется магическая помощь. Идите ищите лабораторию, а я осмотрю Артскеллиг. Потом, если хочешь, присоединяйся ко мне. Ты минуту назад говорила, что пока не привыкла к магической симуляции зрения. Разве? Я и забыла, как она умеет выводить меня из себя. Пойдемте. Ну, пойдемте. Мы будем ждать тебя там. Так. Ну, судя по всему, закончилось. Задание. Подготовка к битве продолжается. Давайте посмотрим, куда нам пилить. А пилить нам вот сюда. Ну, давайте тогда вернемся назад. Опять же. Так, сюда, сюда. Где столбик-то наш? Так, где-то тут. Вот он. Давайте переходим. И посмотрим, что там за лаборатория такая. Где-то здесь она находится. Полетели. Ух ты, под землей. Круто. Вон девчонки стоят. Если вход так хорошо защищен, мы наверняка найдем там что-то интересное. Как ты собираешься снять барьер? Попробую инклюзию Атлана Курна. Помнишь ее? Помню, как ты меня учила. Подумай столько. Тогда я считала тебя эгоистичной холодной ведьмой. Ну-ну, только не надо нежности. Ну что? Обличающие письма, шкафы, забитые скелетами. Мы даже дверь пока не открыли. Это сложная магическая блокада. Попробуем. Каякар Лиген. Круто. Мы разбудили страха. Я им займусь. Толстенький какой. Блин, да сдохни ты уже. Ну вот и скукожился, красавец. Так,
Там еще второй. Я так думаю, что он тоже проснется потом. Пошли. Вот и лаборатория. Не похоже, тут довольно уютно. Это ни о чем не говорит. Давай осмотримся. Все-таки как-то низко рыться в его бумагах. Ты сама хотела сюда прийти. Это должно быть портрет Цири. Нет, это не я. Шрама нет. Да нет, ты, точно ты. Хорошо подмечено. Ты уверена, что Авалак интересуется тобой только из-за твоих способностей? Очень смешно. Так, давайте осмотрим. Используя ведьмачье чутье. Не знал, что он любит сладкое. Так, что там? Похоже, кто-то был здесь. Буквально минуту назад. Может быть, у него есть помощник? Может, у него есть какой-нибудь помощник? Очень сомневаюсь. Дистиллят? Пахнет... вербеной. Ага. Что, ага? Ничего такого. Иногда ты меня просто бесишь, знаешь? Травы. Вроде ничего ужасного. Погоди, это еще не вся лаборатория. Так, давайте посмотрим, что дальше. Здесь больше ничего нет. Здесь вот что-то еще. Я чувствую себя так, будто вошел в спальню. Может быть, это его дом, а не лаборатория. Так, вот там что-то красненькое. Ух ты. Генеалогическое древо. Генеалогическое древо АНХНХР старшей крови от Лары Дора. До меня. Ты никогда не показывала мне полной версии. Я не знала, что Видимонт Эзаидирна тоже был моим предком. Это который наказывал дочерей раскаленной кочергой или который приказал ослепить собственного отца? С дочерьми. Полной версии я и сама не видела. Похоже, Авалакх исследовал все линии гена Лары. Даже те, которые мы считали исчезнувшими. Так, посмотрим заметки. Посмотрим его заметки. Боги, он работал над этим почти 200 лет. Это он первым исследовал ген Лары. Фалька, здесь есть заметки от Цири. А вот уже интереснее. Он пытался получить комбинацию генов, как у Цири, только исключив человеческую линию. Это как? Думаешь, где-то спрятаны огромные банки с моими братьями и сестрами? Не глупи. Так далеко он никогда не заходил. Очевидно, все его эксперименты были неудачными. Ты уникальна. И поэтому теперь за нами гонится дикая охота. Посмотрим. Может, найдем еще что-нибудь интересное. Может быть. Так, что еще? Здесь больше нет ничего. Давайте здесь поищем. Ага, вот, смотрите, зеркало какое-то. Эльфы знают толк в запахах. Обычное зеркало. Я-то думал, это скрытый портал. Так, что тут? Опаньки, тетка какая-то. Как вы сюда вошли?
Мы не хотим тебе зла. Мы не хотим тебе зла. Мне все равно, чего вы хотите. Убирайтесь. Ты была в Тирнеля. Невероятно. Я думала, для вас все эльфы выглядят одинаково. Если ты ищешь Абалакха, его здесь нет. Я знаю. И все равно пришла сюда, чтобы порыться в его вещах. Мало он старается, чтобы уберечь тебя каждый раз, когда ты делаешь какую-нибудь глупость. Да что ты об этом знаешь? Вполне достаточно. Он много о тебе говорит. Например? Например, что? Не понимаю, как он мог разглядеть в тебе черты Лары. Это же все равно, что пить воду из грязной лужи. Но я догадываюсь, что это как-то облегчает ему выполнение задания. Какого задания? Думаешь, он связался с тобой из удовольствия? Даже мне от твоего вида делается нехорошо. Невероятно. Почему-то эльфы вроде тебя всегда уверены, будто они лучше людей. Она не человек, а полукровка-выродок. И мы вынуждены использовать ее. Это так унизительно. Еще одно слово ей. И что? Ты ничего не изменишь. Пусть она делает свое дело. А потом Авалак наконец избавится от нее. Так, что-то новое открылось. Если он настолько меня ненавидит, почему он не сказал мне это прямо в лицо? Надеюсь, ты ей не поверила? Цири, надеюсь, ты ей не поверила? Очевидно, что она слишком заинтересована в этом деле. И что с того? Если они так меня презирают, то пусть оставят в покое. Цири. Ну что? Боишься, что я сейчас все разнесу, как в Каэр Морхене? Жаль, я не могу сделать этого по своей воле, а то бы я с удовольствием. Успокойся. Эта эльфка была права. Ты даже не собираешься меня успокаивать? В тебе ген Лары, и с этим ничего не поделаешь. Ты получила ее талант и ее силу. Эта эльфка отдала бы 100 лет жизни, чтобы оказаться на твоем месте. Сомневаюсь. Ты родилась с великим даром. Как ты его используешь, зависит только от тебя. Что за медальон? Что это? Ожерелье Лары Доран. Ух ты. Красивое, но... Носи его. Пойдем отсюда. Так, ну что, нужно встретиться с Цири вне лаборатории. Ну давайте выйдем отсюда. Так, сейчас я так чувствую, нам придется еще раз драться. Нет, вот эта штука что-то не проснулась. Ну, говори. Нам сразу нужно на корабль. Ты хочешь еще что-то посмотреть? Не здесь, на Хиндерсфиале. Я познакомилась в Лафотене с одним парнем, с Киалем, и хотела бы... Что случилось? Цири. Он умер. Дикая охота. Все? Никто не выжил? Скияль погиб позже. Ты уверена, что это был он?
Ты встречалась с ним? Я была там и видела его тело. Ты сходишь со мной на его могилу? Я хочу хотя бы попрощаться. Да, я пойду с тобой. Я пойду с тобой. Спасибо. Можешь открыть нам портал на Хиндерсфьяль? Могу. Идем. Ну, идем. Только не задерживайтесь, хорошо? Хорошо, хорошо. Пока. Так, давайте посмотрим, что там у нас будет. Давай так, посмотрим. Дитя старшей крови выполнено. Не люблю я ходить по кладбищам, особенно одна. Давай поищем вместе. Посмотрим вместе. Пойдем. Лассе, сын Ньорда. Олаф, сын Уве. Инге, дочь Тротнера. Холера. Его здесь нет. Нет могилы Скиаля. Геральт, я не уйду отсюда, пока не похороню его. Подумай, что могло случиться с телом? Его не сожгли. Так хоронят королей и героев. Сомневаюсь, чтобы его оставили лежать в саду. Ах, ублюдки. Что? За деревней есть такая яма. Туда сбрасывают овец, павших от ящера. Ночью крабы объедают их до костей. Давайте там посмотрим, поищем. Может быть, его выкинули. Хотя вроде же имя мы его обелили. Да, его туда выкинули. Но это было не совсем правильно, на мой взгляд, со стороны местных жителей. И она может обидеться. Что вы здесь делаете? То, что вы должны были сделать уже давно. Хороним Скьяля. Вы хороните труса, вопреки решению старейшин. Уходите отсюда. Вы попираете наши законы. Не ори. Не ори, а то сейчас понадобится копать вторую могилу. Как вы можете его защищать? Место труса в канаве. Скьяль вам жизнь спас! Дикая охота гналась за мной. Если бы Скьяль не увел меня, от Лафотана вообще ничего бы не осталось. Чего это призракам может понадобиться от какой-то девки? Ты ж... Я не какая-то девка. А тот, кто хоть пальцем тронет эту могилу, в этом убедится. Могилу никто не тронет. Единственное, что старейшины наказывают суровее, чем побег с поля битвы, это осквернение могил. Ну, хоть и это правильно. А то, что ты сказала, не знаю, правда это, нет. Пусть Скьяля судят боги. Хорошо, что мы сюда приехали. Конечно, хорошо. Ты не представляешь, как это мучило меня. По крайней мере, они не будут плевать грязью его имя. Пойдем отсюда. Да уж. Ну что, вместе? Возвращаемся на корабль. Угу.
Так, могилы Скелли мы тоже выполнили. Прям вообще, что-то сегодня мы идем ударными темпами. Так, солнечный камень. Встретиться с Филиппой среди эльских руин. Это куда нам пилить-то? Вон аж сюда. Так, ну ладно, давайте тогда мы это с вами доделаем в следующий раз. Большое спасибо, что смотрели. Приходите еще, будет много всего интересного. Пока-пока.